This is the future. Evolution. This is the future. This is the future. Human error. Evolution. This is the future. И снова здравствуйте! Как вы уже поняли, речь в этом видео пойдет о недавно разблокированном автомобиле Ubermacht Cypher. Наверняка многие из вас уже не только посмотрели обзоры других GTA-обзорщиков, но и заценили это чудо техники лично. А это значит, что сильно по нему распинаться не имеет большого смысла, да и обзоры Роксана делать не умеет. Автомобиль не по-детски, да и приобретать его Роксана не собиралась. Однако вместе с его релизом появилась и возможность заполучить его на халяву, завоевав призовые места в уличных гонках, в чем ей помог Фиста Граулер. Игроки посмелее приобрели это чудо техники, но с их точки зрения автомобиль оказался непригодным для гонок. Однако установив на него так называемый читерский тюнинг, Роксана доказала обратное.
А теперь немного Роксаниных впечатлений. Автомобильчик симпатичный, управляется приятно и предсказуемо. Максимальная скорость у него не очень высокая. Интерьер тоже симпатичный, и корчевать его Роксане совсем не хотелось. Покатавшись от первого лица, она даже отказалась от каркаса безопасности, который ухудшал и без того не очень хороший обзор. Так под кого же шифруется этот Cypher? Бесспорно, автомобиль дорогой, но он вряд ли создает впечатление породистого жеребца. Это скорее пафосное быдло. Ну или рабочая лошадка, если хотите, которая замечательно подходит для исполнения контрактов от Moody Santos. Если вы его завоюете в уличных гонках, это превосходно, но от покупки его за полную цену лучше воздержаться. Не тот это автомобиль, за которого и миллиона не жалко. И вот тут у многих возник вопрос, что за так называемый читерский тюнинг такой. На самом деле ничего читерского там нет, а называют его так потому, что установив этот набор тюнинга даже на обычную Куруму, которая стоит в 20 раз дешевле, она начинает ехать так, что у владельцев пафосных дорогих авто создается иллюзия, что эта Курума заправлена ракетным топливом. Нетрудно догадаться, что установив такой же комплект на Ubermacht Cypher, он тоже станет пригоден для автогонок, будет быстрее разгоняться, рулиться и будет более устойчив к заносам. Конечно же, тягаться с каликами и новыми доминаторами ему будет сложновато, но если управлять этими имбомобилями будут неопытные игроки, то больших проблем чаще всего не возникает. Рассматривать так называемый читерский тюнинг в рамках этого видео смысла нет. Будет даже лучше, если сделать по этой теме отдельное видео. Если это кому-то нужно, напишите в комментарии. Опытные игроки и так за него в курсе.